Инспекторы ГИБДД выявляют водителей транспортных средств со стеклами, тонированными сверх нормы. На нарушителей будет составлен административный материал. При отказе устранить нарушение на месте водителям выдают предписание, согласно которому он будет обязан растонироваться в установленный срок. Если же он нарушит сроки, то будет привлечен к административной ответственности. С начала проведения операции уже составлено 58 административных материалов. Всего же с начала года сотрудниками было выявлено 564 нарушения. Госавтоинспекция Сочи напоминает, что в соответствии с техническим регламентом не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзор с места водителя. По ГОСТу лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%.